Доброго дня, я рада вітати вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі програма «Це вас хвилює». Як завжди по середах, ми зустрічаємося із фахівцями і висвітлюємо теми, пов'язані із життям нашої міської обласної громади, з життям суспільства та даємо корисні поради, зокрема, юридичного характеру. Але сьогодні ми поговоримо дещо про інше. Сьогодні у нас в студії представник міського Миколаївського палацу урочистих подій, культури та урочистих подій. Отже, вітаю у студії пані Алла Бурматова, заступник директора Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій, практичний психолог. Доброго дня, пані Алло, рада вітати вас у нашій студії. За кілька секунд перейдемо і поговоримо про роботу палацу. А я хочу нагадати номер нашого телефону 76-92-42. Ми у прямому ефірі, тож, будь ласка, телефонуйте і ставте свої запитання нашій гості у студії. Отже, пані Алло, сьогодні, коли ми говоримо про палац, це палац культури та урочистих подій. Як змінилася його доля з того часу, коли ми знали палац лише як палац урочистих подій? Дійсно, у нас помінялся статус нашого дворця. Статус помінялся з 1 апреля 2014 року і розширився весь спектр наших услуг. Деятельность дворца направлена на сохранение и возрождение украинских традиций, на обрядов, обычаев, народных ремесел, развитие творческих способностей граждан нашего города, на раскрытие вообще творческого потенциала любого человека, который может прийти к нам во дворец культуры. Также это самое главное, наверное, так как мы стали в культуре, это организация именно содержательного досуга наших граждан. Тобто, якщо раніше це був палац урочистих подій, куди ми приходили на реєстрацію, урочисту реєстрацію шлюбу, народження дитини або проведення ювілейних обрядів, то сьогодні спектр тих послуг, які ви надаєте, значно ширше. Абсолютно верно, потому что дворец торжественных событий для многих стал уже таким вот ярким, знаковым местом, памятным местом, потому что, не побоюсь преувеличить, тысячи семей именно со ступени нашего дворца шагнули в счастливую семейную жизнь. Вот. И поэтому у нас огромное внимание мы всегда уделяли семейным праздникам, семейным мероприятиям с целью сохранения, возрождения семейных традиций, с целью укрепления института семьи, потому что чем больше будет счастливых семей в городе Николаеве, тем, собственно говоря, будет больше счастливых граждан в нашем обществе. Тем счастливейшим будет суспільство в целом. Разумеется, да. И, конечно же, до поры до времени мы больше акцент был на молодоженов. А сейчас у нас не только молодожены могут прийти к нам во дворец, а это могут быть разные люди разных социальных категорий, і отримати ту чи іншу допомогу во дворці культури. Давайте поговоримо про ті заходи, які у вас проходять. Зовсім нещодавно в одному з наших відеоматеріалів на телеканалі Миколаїв йшлося про презентацію книги, зокрема, у палаці. Угу. Які ще заходи проходять у вас, не лише ж презентації і урочисті такі реєстрації подій? Ну, сьогодні дворець торжественних событий може порадувати горожан многообразием форм. Это и выставки, это и семейные праздники, это, как вы верно сказали, презентация. Также мы организовываем и камерные мероприятия, и концерты. Вот буквально 10 апреля у нас прошел концерт, который прошел в Лютеранской церкви Адмиральской 12, благодаря нашему муниципальному камерному оркестру «Моцарт назавжди». И действительно очень было трогательно смотреть. Пришли любители, поклонники музыки Моцарта. Очень душевная, очень такая теплая атмосфера. И, то есть помимо обрядов, как вы верно сказали, для молодоженов, для юбилейных пар, мы проводим еще вот такое разнообразие различных форм работы. А есть праздники, которые уже стали некой традицией и фишкой дворца торжественных событий. Из года в год мы проводим праздник для молодоженов ко дню влюбленных. Называется «Все начинается с любви». Приглашаем пары, юбилейные пары на этот праздник, пары, которые только собираются создать семью. И обязательно на этих праздниках у нас присутствует студенческая молодежь, чтобы молодежь видела, что очень здорово, что есть пары, которые вместе 20, 30, 40, 50, 60 лет вместе. А потом вот очень такой интересный праздник, который у нас уже 5 лет проходит к ряду, это праздник «Благословите женщину». Тоже он был в марте, 20 марта. А на этот праздник мы приглашаем творческих женщин города Николаева, потому что на нашей земле благодатной живут не просто красивые, умные женщины, но очень талантливые женщины. И во время этого праздника параллельно проходит и выставка этих мастеров. То есть всегда мы находим уникальных
женщин, необычных женщин, которые состоялись как мамы, которые состоялись как профессионалы. И еще помимо этого в свободное время они творят своими руками и воистину творят чудесные вещи. Що ж, це дуже цікаво, і ми розуміємо, оскільки у вас проходять такі різноманітні заходи, свята, концерти, то у вас мають і різноманітні колективи працювати у палаті, різноманітні студії мають вести свою діяльність. Абсолютно вірно, це теж нове, те, що з'явилося після того, коли ми стали в составі управління по вопросам культури, охрани, культури, наслідя Ніколаївського городського совету, це наш балансодержатель. Ми дійсно гордимося нашими колективами, во-первых, це наш муниципальный камерный оркестр. Также у нас с самого начала работает вокальная студия, именно студия классического вокала, руководитель Асача Виктория Васильевна, руководитель камерного оркестра, это дирижер Терентьев Владимир. Также у нас в том году появились коллективы «Сленг», это такой народный вокальный ансамбль, наверное, наслышанный, потому что действительно он не один год уже в городе Николаеве, но теперь он на базе нашего Дворца культуры работает. Театральная детская студия «Театр Плюс». Помимо этого еще работает клуб по интересам «Быть женщиной» и студия декоративного искусства «Семейное древо». В этом году мы пополнились еще одним коллективом. Это инструментальный ансамбль «Классик гитар». То есть его тоже сейчас вы можете в любую студию записаться. Все занятия бесплатные. То есть и может стать любой гражданин нашей страны, и в частности гражданин нашего города. И вот если это театральная студия, то 10 лет, и в наших студиях занимаются... То вы не лише на дорослых ориентовані, а и на детей уже шкільного віку. Абсолютно верно. Вот самому младшему участнику театральной студии 6 лет, и самому взрослому участнику вокальной студии 71 год. То есть посмотрите, какой спектр, скажем так, от... грубо говоря, детсадовского возраста до возраста, скажем, очень почетного. Но, тем не менее, все наши участники очень молоды душой, очень творческие личности, которые в свободное время занимаются личностным ростом и которые хотят действительно частичку своего тепла подарить і частичку свого таланту подарити горожанам міста. Я дякую вам за таку інформацію. Хочу лише нагадати зараз нашим глядачам номер телефону 76-92-42. Ми говоримо сьогодні про роботу Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій. Зокрема, ви могли почути, скільки студій різноманітних та колективів працюють на базі палацу. Якщо у вас є запитання щодо цієї діяльності, будь ласка, телефонуйте до нашої студії і ставте запитання нашій гості. Пані Алло, ви сказали дуже цікаву річ, що дуже широкі вікові рамки учасників студії при палаці. Які ж задачі ви ставите перед собою, що їх можна охопити як для дітей, так і для таких старших людей такого поважного віку? А в зависимості від направлення, в котором работает та или иная студія, це различные задачі. Ну, самое главное, це організація содержательного досуга наших горожан. И плюс, смотрите, вот, допустим, если брать любительское объединение, вот наше, вот, допустим, классик гитар, учат обучению гитары. Тобто не обов'язково вміти грати на гитаре, можна прийти і навчитися? Да. Ну, желательно иметь какие-то базисные данные, но, тем не менее, учат. А далее, вокальная студия. Здесь учат людей петь. И именно петь классический вокал развивается. И, конечно же, прежде всего идет предварительное собеседование, потому что руководитель той или иной студии разговаривает с потенциальными участниками. А потом, ну, на сегодняшний день не было ни одного участника, которому сказали бы нет. Это очень приятно. Зараз мы послушаем запитання від глядача. Алло, доброго дня. Алло, добрый день, слушаем вас. Я хотела спросить, вот у меня внучка 17 лет, она студентка Могилянского университета. Ну, их, она поет хорошо. Можно ей приходить в студию и заниматься вокалом? И в как, по каким дням? Дякуємо за запитання. Що ж, пані Алло, будь ласка. Спасибо огромное за вопрос. А вокальная студия, вот, кстати, вот сегодня может, у нас работает по двум дням, в среду и в субботу. В среду с 17.00 до 21, в субботу с 14.00 до 21. За какую адресу? Давайте одразу скажем, адрес куда звертатись. Шевченко, 58. Ну и нужно сказать, что наш Дворец культуры торжественных событий находится в двух чудесных зданиях, памятниках архитектуры. Один памятник – это на Шевченко 58, жилой дом 1840 года, а другой памятник на
находится на улице Спасская, 44, это общественная библиотека 1894 года. Но все наши студии работают в основном на Шевченко 58. Отже, тих з наших глядачів зараз, хто зацікавився студіями, мають звернутися на Шевченко 58. І телефони запишіть, будь ласка, наші. Це 47-46-26 і телефон 37-28-24. І, пані Алло, оскільки ми говоримо про різні вікові категорії, ви розумієте, що сьогодні особливо молодь та й люди старшого віку активно користуються соціальними мережами, користуються всесвітньою мережею інтернет. Чи розповсюджуєте ви інформацію про діяльність палацу там, чи можна там знайти довідкові якісь дані? Естественно, мы анонсируем наши мероприятия. Также у нас существуют две группы. ВКонтакте одна группа и группа на Фейсбуке. Так она и называется. Дворец торжественных событий. Можете зарегистрироваться. Ну, я так думаю, что сейчас крайне редко можно встретить человека, который не состоит в той или иной социальной сети. И мы анонсируем через эти сети. Плюс, если, допустим, мероприятия, вот такие как концерты, мы афиши развешиваем в городе. И, в принципе, вы абсолютно верно сказали, что разная направленность наших мероприятий. Вот, в частности, старинное здание, которое находится на Шевченко 58, в виде сказочного терема, оно прям как предназначено, чтобы там работали вот эти студии. Сейчас, в частности, там занимается наша театральная студия «Театр Плюс». И плюс мы уже второй год кряду дружим с представителями Центра социально-психологической реабилитации Николаевского областного совета и детским садиком номер 20. Для этих деток мы проводим для наших гостей литературно-музыкальные мероприятия, праздники, направленные на воспитание патриотических, вот, ну, патриотического, это, допустим, вот у нас есть казацкие забавы, ко дню Конституции патриотической направленности мероприятия, это веселое правознавство, где в игровой форме детям разъясняется, что такое Конституция, какие защищены права у нас. И помимо этого еще развлекательные программы, как в гостях у феи, в гостях у Алисы, плюс там путешествие в страну знаний, то есть разноплановое. Якщо я правильно розумію, лише два роки, по суті, минуло з того часу, як змінився статус палацу, а у вас такий великий комплекс вже заходів організовано, так багато колективів, тобто ви дуже стрімко розвиваєтесь, постійно якісь нові наробки з'являються. Абсолютно вірно, ми не останавливаємося на достигнутому, ми є ще інноваційний форум, тому ми готові завжди до співпраці, ми готові до нових партнерських пропозицій, ми відкриті для всіх людей, если есть у вас какие-то интересные предложения, если вы инициативны, неравнодушны, приходите к нам во дворце и предлагайте свои идеи. Вот, к примеру, помимо вот этой вышеуказанной работы, мы еще проводим такой цикл лекций, тренингов в рамках подготовки молодежи к семейной жизни. Абсолютно бесплатно мы приглашаем, в основном это студенческую аудиторию, для проведения тренингов. Ну, я не буду перечислять все, ну, например, такие тренинги, как выбор брачного партнера, либо первый год адаптации, что делать, там, трудности адаптационного периода, или профилактика семейных конфликтов. Все наши встречи на тренинге можно записаться предварительно по телефону. Предварительная запись существует, все тренинги бесплатные. Как и, в принципе, я как еще раз повторюсь, участие в наших студіях теж безплатно. Що ж, ну ми знаємо, перший рік життя подружньої пари, він особливо складний, тому що відбувається дійсно адаптація, звикання до нового статусу, і сподіваюся, що подібні тренінги дійсно допоможуть зміцнити наші молоді сім'ї і продовжити і щасливе їх існування саме як подружжя. Пані Алло, якщо говорити про анонс заходів, найближчим часом що планується у палаці? Самое главное, что работа идет и кипит. Сейчас, в данный момент, в студии как работали, так и работают. Можно проанонсировать в конце, если будет время работы всех студий. Но ближайшее мероприятие произойдет у нас именно 16 апреля, тоже на Шевченко 58. Мы вместе с Управлением по делам семьи, детей и молодежи Николаевского городского совета инициируем введение проекта «Украинская семья. Традиции вызов времени». Это направлено, прежде всего, мы там приглашаем семьи участников боевых действий и вооруженных конфликтов в районе проведения антитеррористических операций. То есть реализация проекта планируется до конца года. Раз в месяц мы будем приглашать семьи и с ними проводить разнообразные формы. Будут семьи с детьми сами? Именно семьи с детками мы приглашаем, и будут разные плановые с ними мероприятия. Это может быть по их желанию, это могут быть и психологические тренинги, лекции. А в 16-го это будет мастер-класс, будут делать вместе с детками поделки в технике ветенанки к Пасхе.
А яким чином можна зареєструватися? От зараз, якщо нас дивляться родини ну, учасників? Сейчас уже на 16 апреля уже есть, а дальше по телефону звонить и принимать участие активно. То есть, ці заходи ви будете регулярними, подібні да, мастер-класи раз в чи місяць, подібні да. зустрічі? Всі мастер-класи бесплатні, ми будемо їх планувати непосредственно к определенным праздникам, допустим, в мае Международный день семьи. Естественно, у нас будет к международному Ну, кому, як не вам, присвячувати заходи до Дня сім'ї. Потім следующее мероприятие, которое хотелось бы проанонсировать, тем более мы сегодня сказали о работе наших творческих коллективов, будет творческий отчетный концерт, который состоится 20 мая в Лютеранской церкви, это Адмиральская, 12, а начало концерта в 18.00, вход свободный. Мы будем рады видеть всех наших горожан. То есть это будут звучать разнообразные произведения, и как раз вы можете посмотреть на наши коллективы воочию и на коллектив «Сленг». Если кто-то еще сомневается, то может для себя обрати той напрямок, который да, и коллектив «Сленг», и на участников нашей вокальной студии. Ну и, конечно же, муниципальный камерный оркестр, который в очередной раз порадует горожан города классической музыкой. И хотелось бы сказать, что, допустим, почему нужно ходить на такие концерты. Классическая музыка, она еще имеет психотерапевтический эффект. В частности, вот который был концерт Моцарта, музыка Моцарта, она и профилактика депрессивных состояний, и стрессовых состояний, и улучшает, в принципе, умственную деятельность. Поэтому наши концерты не просто дарят людям позитивные эмоции, но еще и профилактика в наше такое время от каких-то стрессовых ситуаций. Пані Алло, ви сказали, ну, ми вже в ході нашої розмови з вами з'ясували, що сьогодні не лише молоді подружжя можуть скористатися вашими послугами, а й інші категорії громадян. Зокрема, ми озвучили таке явище, як ювілейні обряди. Давайте детальніше поговоримо про те, на кого, окрім новонароджених сімей, орієнтовані ваші обряди. Ну, как мы уже сказали, что действительно для многих горожан города это знаковое место, и многие расписались 10, 20, 30 лет назад. Поэтому мы проводим юбилейные обряды бракосочетания. Обряды тоже проводятся бесплатно, пишется для каждой пары индивидуальный сценарий. Вот, враховуючи уже историю семьи. Историю любви. Даже не историю семьи, а историю любви. Вот в прошлую субботу я проводила обряд золотой свадьбы, то есть и каждая семья уникальная. В частности, в прошлую субботу это была семья, где прослеживается стойкая такая династия морская. Отец, родоначальник семейного древа, сын, внук, все стали капитанами дальнего плавания. И почему очень важно такие мероприятия проводить? Потому что это, как, во-первых, это колоссальный пример внукам и детям. Во-вторых, это всем сохранение семейных традиций и действительно такая передача позитивного семейного опыта. И мы, юбилейные пары, помимо того, что мы обряды проводим, это и 10 лет розовой свадьбы, 15 стеклянные, 20 фарфоровые, полотняные, жемчужные. За 10 лет работы во дворце, то есть, в принципе, в моем опыте было проведение жестяной свадьбы 7 лет. Ну, то есть, как бы люди, которые ценят друг друга, они устраивают себе праздник не только по определенным датам, а иногда просто так, вот это вот как одна из семейных традиций. Не обов'язково чекати круглої дати, можна естественно, і, да. і 7, і 12 років знайти можливість. Был такой праздник у нас, и мы тоже его планируем проводить и сейчас. Это ситцевая свадьба, когда мы приглашаем молодоженов, которые только год в семейной жизни. Тоже очень важно поддержать, как вы верно сказали, потому что это самый трудный год в начале семейной жизни. И чтобы лишний раз они сказали друг другу спасибо. И очень здорово, что этот год мы прожили вместе, и все у нас хорошо. Незважаючи ни на что. Да, ну потому что жизнь прекрасна, в принципе, невзирая ни на что, вопреки всему. Вот, и нужно радоваться каждому прожитому дню и каждому мгновению. И мне бы хотелось бы сказать, что не в зависимости от прожитых совместных лет, хотелось бы пожелать нашим горожанам, нашим семейным парам как можно чаще говорить друг другу слова любви, слова благодарности, как можно чаще действительно интересоваться искренне своим партнером, который рядом. Потому что очень часто, к сожалению, мы так, мир стремительно летит, время летит, и мы как бы углубляемся в решение каких-то таких социальных проблем, семейно-бытовых проблем, и забываем в этой жизненной суете говорить друг другу добрые слова. Вот и хотелось бы, вот и мы вот в этом клубе «Будто женку», в основном это женская категория, и мы учимся, делимся опытом, мы реализуем себя,
вот мои участники этого клуба «Бутыженко», действительно, чтобы было больше гармоничных семей. И для этого очень как бы немного нужно. Нужно говорить по душам чаще. Лучше щи не варить, а почаще по душам говорить. Искренне интересоваться, о чем мечтает ваш партнер, а какие у него потребности, какие цели. Потому что иногда бывает, люди спустя годы забывают вот о таких каких-то важных вещах. И потом очень здорово, вот эти юбилейные обряды, они действительно показывают, что можно и... Семейного счастья люди не ждут, а люди созидают его сами, своими мыслями, своими поступками, своими делами. Вот образцом являются вот такі юбилейные пары. Поняла, наостанок просто не можу не спитати детальніше про роботу клубу «Бути жінкою», тому що ну, зараз наша вся жіноча аудиторія, я думаю, з цікавістю послухає. Які саме зустрічі, який саме характер носять зустрічі клубу «Бути жінкою»? Мы собираемся трижды в неделю с 17.00 до 20.00, это вторник, четверг и пятница. Форма самая разнообразная, это и танцевальная терапия. Вот, допустим, вчера мы протанцовывали танец стихий, и каждая стихия давала тот или иной ресурс каждой участнице нашего клуба. Также вот у нас месяц, вот апрель, называется «Красота от А до Я». Поэтому мы всегда наши встречи я анонсирую наперед. Ну, в этом месяце что мы провели? Это в начале месяца было «Секреты мужской и женской психологии». Потом мы проработали, такая вот своеобразная была весенняя генеральная уборка, освобождение от ненужных и каких-то негативных мыслей, плюс обиды, умение прощать обиды. То есть вся тематика формируется с учетом пожеланий наших участниц. Когда участница приходит в наш клуб, заполняется анкета. Анкета, что ее интересует, и второй вопрос, чем она может поделиться. Поэтому это еще и своеобразная площадка для каждой из наших участниц, где они могут поделиться своим опытом, своими знаниями. То есть это действительно душевная компания и диалог подруг. А скажіть, будь ласка, це зустрічі жінок певної вікової категорії, чи ви запрошуєте дівчат там вже від 20 років, 20+? Предлагаємо всім, ну, саме юної учасниці 20 років, тобто є у вас саме зросла 58, да, 20, 24, 30 років. Ну, в основном, как бы, костяк, это, конечно, от 40 до 55. Но, опять же, как и я и говорила ранее, нет возрастных ограничений, потому что очень здорово, когда даже люди разного социального уровня, разного жизненного опыта могут собраться на такие встречи. Потому что именно... В общем, повседневному житті вони, можливо, не перетинаються ніяк. А здесь, да, здесь в общении, когда каждая делится определенным опытом, каждая делится... определенными знаниями, в итоге выигрываем все, потому что мы уходим наполненными, мы уходим с определенными жизненными установками, и самое главное, мы уходим с определенными гармоничными мыслями. Ну, это очень важно в наше время, мне так кажется. І щоб закінчити розмову про роботу саме студії та колективів, ви говорили про те, що є студія прикладного мистецтва. Якщо з камерним оркестром, з вокальною студією, театральною більш-менш зрозуміло, то про прикладне мистецтво варто було поговорити трохи детальніше, як саме проходять заняття, які види прикладного мистецтва застосовуються, чому ви навчаєте і, знову ж таки, чи навчаєте з нуля, чи треба приходити з певним багажем знань. Это студия прикладного искусства «Семейное древо». В основном оно ориентировано на такой вид искусства, как ткачество, ну и на другие искусства же. Вот руководитель Люстинова Лиана Олеговна, она проводит и по ткачеству, и проводит и по художеству, ну есть вот художественная, вот не роспись, а художественный рисунок. И то есть здесь, я думаю, что будет уместнее потом на одну из ваших передач пригласить самого руководителя. Но, тем не менее, что еще входит в функцию? До Великодня не плануете да. Мастер-классы? Цікаво. Планируется, но уже как бы мастер-классы, они запланированы. Вот 20-го будет у нас на базе детского садика номер 20. Но если будут желающие, я думаю, что если позвонят, то можно будет. Потому что в рамках нашей студии, работы студии, входит и... по проведению таких мастер-классов, и плюс еще входит и проведение выставок именно народных умельцев. Поэтому в основном вот это такие ну, более доступные, более, скажем так, материально незатратные мастер-классы, вот как в стиле ветенанки, а потом в стиле набойки, вот,
Но если будут желающие, вот опять же, телефоны мы анонсировали, да, то вы завжди мы идем за, да, да, для предложения мы идем за нашим клиентом, за их желаниями. Вот, и поэтому, как бы, опять же, как верно вы сказали, могут прийти все желающие и бесплатно. Я дякую вам, пані Алло, за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії і розповіли про роботу сучасного Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій. Бажаю успіху вам і всьому колективу і чекаю вас на наступних ефірах на нашому телеканалі. Спасибо. Нагадую вам, шановні глядачі, це була програма «Це вас хвилює». Сьогодні ми спілкувалися із пані Аллою Бурматовою, заступником директора Миколаївського міського палацу культури та урочистих подій. І завжди по середах ми присвячуємо свої ефіри відповідям на ваші запитання із юридичної тематики, а також говоримо про суспільне життя. Залишайтеся і надалі з телеканалом Миколаїв, щоб знати більше. Пам'ятайте, ми працюємо з вами і для вас. На все добре.